После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии многие казахстанцы обеспокоены тем, что наша южная столица находится в сейсмически опасной зоне и совершенно не готова к возможной опасности. Мегаполис постоянно застраивают, дома строят слишком близко друг к другу, в городе много аварийных зданий, а к некоторым домам невозможно подъехать даже после обычных ливней. В конце прошлого года корреспондент портала Байгениус KZ поговорила с научным сотрудником лаборатории региональной сейсмичности Института сейсмологии Ахкенжи Сейлкановой. Что важного было сказано во время этой беседы? Алматы находится в зоне с интенсивностью 9-10 баллов. Учитывая, что со времени возникновения разрушительных землетрясений, произошедших в алматинском сейсмоопасном регионе, прошло более 100-130 лет, вероятность возникновения сильных землетрясений в алматинском регионе в настоящее время высока. За свою историю Алматы пережил 3 разрушительных землетрясения. Сильнейшее и самое страшное – Кеминское. Оно произошло в 1911 году с интенсивностью 10-11 баллов. Портал «Курсив» год назад выпустил интервью с директором Института сейсмологии Досымом Сулеевым. По его прогнозу, в случае разрушительного землетрясения в Алматы могут погибнуть до 100 тысяч человек. Будет разрушено до 60% зданий, а прямой ущерб составит 200 миллиардов тенге. Он отметил, что мировой опыт позволяет предварительно оценить людские потери. Высокой сейсмической опасности, по словам академика, подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областей. Поэтому жителям этих регионов рекомендуется подготовить и держать на